Эль-Маядин. С начала войны в Газе на американские войска в Ираке и Сирии совершено по меньшей мере 130 атак. С начала войны в Газе группировки, входящие в ось сопротивления, поддерживаемую Ираном, совершили по меньшей мере 130 нападений на американские войска в Ираке и Сирии, сообщает ливанское издание Эль-Маядин. Как сообщает ливанское СМИ со ссылкой на неназванного американского чиновника, речь идет о 53 атаках в Ираке и 77 в Сирии. США держат базы и войска в обеих странах, объясняя их наличие необходимостью борьбы с ИГИЛ.